Ну так и? Термоядерный приютик, с вами ПБ Атомный и мистер Чейзер. Мы продолжаем наш поход орчий вперед. Сморчий. Сморчий. It was lucky we happened onto this cove. Опа, а чё, он на английском, я не понял. Ships would have held out much longer in that storm. Orchie, а, подожди, может быть, это карты, которые были изначально недоступны в компании, поэтому... как это называется? Их добавили уже позже. Поэтому они не переведенные. Ладно, давай их тоже пройдем. Почему нет? Они в общем, так сказать, комплекте есть. Так что, в принципе, да, вроде как в прологе всегда было две карты. Босса, за нами кто-то наблюдает. Да, я заметил. Наверное, это ваши зрители, босс. Черт подери, я думал, я смог от них скрыться, но, видимо, нет. Они везде и повсюду. Looks like this troll. Они постоянно просят меня записать оверлорда по второму разу. Надо бежать от них, пока они не запинали меня своими просьбами тупыми. I be Senjin, leader of the trolls. This island used to be ours alone. But no more. You and your friends must be careful. The humans established an outpost on this island some time ago. Humans? Yes, they hound us day and night. Съесть человека. Not belong to the fine one crew. Коняшка без брони. Вкусная. Хотя железа будет не хватать. Это ж тоже полезно для ранения. Ну да. Кому нужны эти яблоки, когда можно есть лошадь прямо с ее броней? И вкусно, и полезно. И много железа. Да? Так, что у нас? Ага. Баллистовый катапульт, в смысле. Только скажи. Джойн катапульт. Так, что у нас имеется? Ящики. Ага, бойзы. Точнее, не бойзы, рабы. Босса начал делать раба. Да. Так, уничтожите человеческий аутпост. Не, охотники за головами. Готов, да? Взяли маны. Ерунда. Кого убить? У нас вроде какие-то что эти, прикажете? Да, любимые стражи. А в улучшенной версии там, по-моему, уже ж эти были. Какие-то рыбки бегающие, по-моему, в этой миссии. Рыбки? Ну да. Я вообще эту миссию, если честно, не помню. Готов, ладно, давай, знаешь, как сделаем? Пока займись база, я тут разведаю по округе, что у нас тут есть. Вас понял, босса. Островные тролли. Берем себе новые... новых пацанов. Я сейчас побегаю тут по округе, пособираю ребят. Босса, о, если что, я на волке. Готов. Хорошо. Союзникам нужна наша помощь. Вот этот он, да? Вот этот волчий всадник. Да, босса. Угу. Ну, следи за твой, как за зеницы ока. Чего хочешь. Спасибо. То есть, выбираешь первый. Готов скалывать. Угу. Тут повсюду человечики. Союзникам нужна что они хотят помощь. На наших землях? Чего хочешь? Угу. Чего хочешь? Готов скалывать. Чего надо, так, хозяин? Делай-ка лесопилку. Хорошо. Тут, блин, и корабли их стоят, ты смотри. Плотно обосновались. Босса, вы путаете, на этих кораблях приплыть мы. Не, мы приплыть на других кораблях, которые немножко подискудались. Постройте логово. Опа. Да. Это что такое? Союзникам, куда ты пошел? Нужна наша помощь. Ё-моё, тут тролли. Нам надо найти какие-то вещи. Там тролли их охраняют, и не только тролли. Босса, я нашел вино очищения среди каких-то больших. Союзникам на нашу базу напали. Нужна наша помощь. Ой. Блин, босса. Возвращаюсь. Бегу назад. Помогите, босса, тут одни. Бегу назад. Старики, женщины. Чего все женщины, хочешь? Так дома. С удовольствием. Бегу когда назад. Когда на нас нападают, босса, то я значит у нас нужно одни старики. Понял. Значит, они выжить на этой орде. У меня под старостью. С удовольствием. Ой, босса, кажись, меня уже нет. Дело сделано. Да, я же сказал, убежишь первым. То-то я понял, почему у вас одного глаза не хватает. Я просто под пирата хотел косить, по факту я просто слепой. Так, хорошо. Босса, делаю все улучшения, которые только вижу. Отлично, так, работай и дальше.
Так, Seed of Expulsion. Здесь что у нас? Кого убить? Охотник за головами. Что он тут все делает? Все, что пожелаете. Не, босса, это и буду я. Хорошо. О, здесь у нас вроде источник жизни есть, да? Моя жизнь принадлежит Орде. Постройте логово. Это да, это надо бы. Порченный источник жизни. А, я понял. Нам тут дали квест, типа, восстановить источник жизни, чтобы можно было хилиться. Я босса, понял. А вы сейчас не забрали рабочего одного? Нет. Дело сделано. А куда же он? Чего хочешь? Не, нет у меня его. Логово орков. Вот что нам нужно. Блин, на база у людей, кстати, неплохая такая. Просто он, что вы говорите, наша база всегда лучше. Он этот стоит на базе, сделай. Я отвел его назад. Не, я имею в виду, в смысле, база людей большая, такая огромная, и что нам придется долго ее колупать. Мы ее в конце концов уничтожим. Все человеки будут съедены нами. Ой, в смысле, порабощены. Ну, а потом съедены. Чего? А лучше босса вначале съесть, а потом поработить. Ну, ладно. Ты самый умный орк, поэтому ты и будешь этим заниматься. Хорошо, босс. Так, тут очень много огров. Пытаемся их выпилить. Это будет тяжело. А что делать босса с глазами, которые на нас смотрят? Выколоть их босса? Это самое сделанное. Что прикажете? Все. С этими разобрался. Все, что пожелаете. Эти глаза, это хорошие глаза, они умные, хитрые, так также проницательные. Босс, а по-моему, вашим зрителям выколоть глаза это все, что пожелаете. Исследование завершено. Не получилось, босса. Так орки, на нас люди нападают. Опять эти проклятые человеки хотят нашей крови. Ничего святого у них нет. А у нас что-то есть святое, босса? Да, конечно. У нас есть священные звездили, которыми мы можем раздавать по этим человекам. Босса, я бегу, помогу. Чем смогу, помогу. О, орки, это хорошо, да. Орков должно быть много. Блин, надо хиллера убить. Парни, убиваем хиллера. Чего прикажешь? Отлично. Дело сделано. Нет, наши ряды редеют. Это все потому, что вы нас бережете, как зеницу ока. Это все потому, что мы все дороже больше. Босса, да? Так. Дайте мне. Босса, тут один больной. Зак-зак! Где? Вернее, мы все больные, но один больнее других. Ну, один больнее других, остальных, да, я понял. Зак-зак! О, шипы следовал? Это шипы они вроде зданием, да, Пуша? Да-да-да-да-да. Он даже кричал, а зачем, доктор. А зачем ты вторая казарма построил? Чего? Где? Одни казармы есть. Двое казарм у нас. Чё, не ну, знаю. Ну, во-вторых, давай заказываем тоже воинов. Принадлежит Орде. Босса, я строю, чего а зачем? Прикажешь? Это не мое запасное. Я столько денег не получаю, чтобы думать, да? Я просто строю и все. Send for reinforcements. Дело сделано. Моя задача строить. Думать это ваше дело, да, босс? Вы все правильно поняли, босса. Отлично. Так, где орки? Орков мне сюда, давайте. Зак-зак! Нет, он вернется назад. Моя жизнь, моя жизнь, принадлежит. Мы сейчас идем больших ящериц убивать. Хорошо. Больших злых ящериц. Так, Ctrl 0. Массовый заказ орков. Они вдвоем в обоих заказываются, да. Да, я и там заказываю. Так, я пошел своими сейчас силами, а остальные пусть на базе будут пока. Я собираю в центре. Мы тут говорят камни. Что-то есть. Прикольно. Так, попробую пойти ящериц поубивать. Нам надо восстановить источник жизни. Без него нам будет тяжело. Принадлежит Орде. А что еще можно построить? Союзникам нужна наша помощь. Дело сделано. У вас, а союзникам нужна наша помощь, вы знаете это? Каким? Не знаю, а у нас есть союзники вообще, босс? Я не знаю. Вроде огры не особо хотят с нами дружить. Босса, сейчас я сделаю такую большую штуку, я улучшить ваше жилище. Давай. Ваше жилище будет... У меня, кстати, полная пачка воинов, мне больше пока не надо. Да? Остальных на базе пока. Моя жизнь, Орде, лежит Орде. Остальных пока оставь на базе. Союзникам нужна наша помощь. Так, бойзы! Ох, как цепная молния по ящерицам заходит хорошо, ё-моё. Есть. А? Блин, стан залетел. Да, ящерицы какие-то слабенькие. Как говорится, даже не почувствовал.
союз. Вот это потому, что они вас связали. Ой, на нас напали. Твоя жизнь, твоя жизнь. Так, вот я там вроде бой заезд, да. Дефа, я сейчас время тут убивать. Назад уже возвращаюсь. Кого? Да я защищусь. Засисяйся. Засисюсь, босс. Умри! Да, у тебя нормально по армии. Время убивать. У нас уже расходы минус 30, конечно, армия достаточная у нас. А, самый больной орка живи. Самый больной орк остался живо. Пусть он идет защищать. Союзникам нужна наша помощь. Наших боссов. Так. Еще делаем. Нужно так, нормально. Эликсир маны тоже пригодится. Еще половина жизни. Глоктар! А ну отошли. А ну-ка я пойду сюда. Браслет скорости. Просто тут темно. Шквобу. Но нам не страшно. Умри! Там человеки! Да, вы справитесь, бойзе, я вас верю. Ваш босс вас всегда верит. Даже когда вы умираете. Босса, спасибо. Чего ваша вера нам. Так, источник жизни. Шквобу! Восстановлен вроде, нет? Да, источник жизни восстановлен. Можно теперь хилиться возле него. Привет, снова чудес-странцы. Это то, что как раз нам и нужно было. Бухло! Атомный переводчик просто. Ядрёный, я бы даже сказал. Теперь наши воины могут услышать сами себя. Хил, лечиться. О, эти знаки лечащие. Магию лечения. Без сомнения, они тебе понадобятся. А глаза что имеют? Кого имеют или что имеют? Кого имеют глаза? Я тут не услышал, как бы что-то имел в виду. Кого так, я сейчас похилюсь и пойду в атаку. Ты там на разведку пошел, да? Да, да, да. Шквобу! Да, видимо, этих этой карты не было в оригинальном третьем Варкрафте, потому что я вообще не помню этих карт. Я помню, что их было две всего вроде. А я так давно Варкрафт проходил, что вообще не... Я помню, что были орки, потом... Не, я точно... Да, это понятно, ну, орчья компания — это интро-компания, я просто помню, что этой миссии точно не было. Я бы ее запомнил. Босса, у гнола в монетке есть. 5 коп. Какие нехорошие гнолы. Че надо, хозяин? Надо забрать. Надо отжать. Это ж удовольствие. Босса сказал отжать, мы отжимаем. Так, я это тебе сейчас подкину двух охотников за головами. Босса, мы делать фигвам большой. Фигвам, да, люблю фигвамы. А они что там? Ничего не дают там, да? Ничего не дают, боссы. Ну фигвамы же, да, я понял. А ты мне дал двух этих? Да-да-да, но я просто, я тут новых нашел. Куда пойдем? Кого убить? А чем они хороши, кстати? А, они дальнобойные юниты. Блин, на нас тут маг напал. Умри! Чего? У человека есть магия. Человеки плохие. Your insolence astounds. Очень плохие. You ignorant brutes. Они магией пользуются. Они очень нехорошие. Да капец, у него магия закончится когда-нибудь или нет, я не понял. Может, он большой электрический гном гнола. Правильно, бейте их, бойзы. Вот, а книжка надо будет взять. О, книжечка босса. Умная книжечка. Босс будет еще умнее. Самый умный. Просто только вы такие самые умные. А мы чего прикажешь? Жаль. Но когда-нибудь и вы станете умными. Нет, босса, не мечтайте об этом. Жаль. Так, надо похилить наших бойзов. О, босса, мы можем делать катапульта. Делаю катапульт. Нужно золото. Конечно, делаю. Дело сделано. Катапульта всегда пригодится. Хозяин. Да. Так, и что еще? Зверинец босса. Зверинец у нас вроде был, да? Нет? Нет. Не, не было зверинца. Теперь будет босса зверинец. Зак-зак! Теперь мы будем как звери. Убивать этих проклятых человеков. А кто это стоит хилиться? Моя жизнь это твои? Принадлежит орде. Возле источника, да, это я отослал хилиться. А вот я у того, которого больше всего покоцали, тоже сейчас. Да? Да, да, возвращай, пусть хилится. Я же источник жизни поставил специально. Ну, восстановил его. Кого убить? Босса умный. Чего прикажешь? Куда босс, пойдем? Да, босс заботится о своих подчиненных. Как зеница ока, мы помним это. Умри! Что прикажете? Нас атакуют? Где? Yeah. Чего прикажешь? Нас атакуют. Кому вломить? Время убивать. Ну, гнолы это такое, это так. Лошары. Хозяин?
Чего? Табу. Так, предлагаю немножко еще погуляться Скобу. По карте. Она довольно обширная, кстати, да. Нормально. Есть где, погулять. Кого убить? Чего прикажешь? Какие-то квесты даже дополнительно были. Босса, идти, мы идти пить из источника жизни. Дело сделано. Рейдер, теперь можно этих наездников постройте делать. Логово, да. Постройте логово. О, тут рудник есть. Сейчас пропил. Нужна наша помощь. Давай, проклятых огров. Сейчас не пропил? Сами? Сейчас пропил, да. Кто не с нами, тот против нас. Хорошо. Кто не с нами, тот не за нас. Да, именно. Хозяин? И не важно, что вы в этот момент подумали. А? Так, хорошо. Чего? Ладно. Хижина гнолов. Классно. В лагере сидели огры, а хижины гнолов. Ага. Нормально. Можно здесь базу, кстати, поставить? Где было? Если что. Хорошо, отправляю. Давай я раба одного возьму и пойду базу поставлю. Давай. Зак-зак! Вот тут один Скобу. Бежит с деревом, я его сейчас украду и закину туда. А мы пойдем ломать базу. А, надо золото. Постройте логово. Ну, чтобы было больше золота, у нас будет. Дело сделано, кажется. Босса, тут домики. Кого да, это домики убить? Наших друзей. Друзей? Да мы их уничтожить. А? Зачем? Не Глотар! Знаю, вы сказать уничтожать все домики. Нет, это наши друзья. Чего прикажешь? Ладно. Больше у нас нет друзей. Друзья, да, теперь бездомные. Быстро же друзья у нас закончились. Умри! Чего? Нас атакуют. Опа, человеки. Что вы тут делаете? Мой босса, бегут люди. Бегут человеки. Ё-моё, много человек? Да. Босса, мы бежим. Кого убить? Хозяин? Спасайте, Бойзы. Вы мне нужны живые. Что пожелаете? Не, вы не хотя поняли, босса. Мы бежим на человека. Кого это убить? Был коварный ванёк. Дело сделано. Хозяин? Убежать, чтобы потом навалять. Как вы учили. Я понял. Ударил, убежал. Куда пойдем? Ладно. Так, я сейчас с другой стороны пойду, с подветренной. Умри. Кого убить? О, а пока вы там деретесь, я вышки снизу. Союзникам нужна наша помощь. Это все наша плана хитрая, босса. Это очень хитрый план. Ой, блин, магия. Людская злая магия. Умри. А ну быстро туда цепную молнию. Отличненько. Проклятые человеки. Что прикажете? Питя все моркам. Кого конечно, убить? Бьем их. А? Сквобу! Бьем этого проклятого мага человечества, отлично. Союз за человеческий маг умер. Наша помощь. И тобой с каждым. А где катапульт? А, вот катапульта, босс. Ты до сих пор не сделал? Сделал, но она не похожа на катапульт, она похожа на какой-то багги. Куда пойдем? Нормально. Так, убиваем магов. Все, что пожелаете. Что прикажете? Волчья тропа ждет. Так, хорошо. Тут еще и вышки, так блин. Так и сделаю. Блин, они в ополчение пошли. Чего прикажешь? Ну, в принципе, базу мы им почти снесли. Союзникам нужна наша помощь. Глоктар! А все, бежать, помогать. Чего? Союзникам нужна наша помощь. Вот именно. Баги гнать. Только скажи. А вот и я, босса. Я снова вперед! Появился. Хозяин? Я на снова тут, да? Да, вы не ждали, а вот он и я. Союзникам нужна наша помощь. Ха-ху. Чего прикажешь? Дело сделано. Умри. Куда пойдем? Так, у меня почти, кстати, все поумирали. Но вроде еще армия есть. Да? А что ты с кем-то делаешь? А, там вышка. Ну да, тоже надо снести. Что прикажете? Все, я, в принципе, не тут все скажу. Вроде защиты больше не осталось. Дело сделано. Вышка, с которой ты дерешь. Все, что пожелаете. А, ну и солдаты не перенесли, заказывают. Нужна наша помощь. Табу. Ну это такое, мы его сразу полупать. Сам виноват. Что нужно? Блин, и хиллеры тоже есть, ё-моё. Давайте поставим сюда. Босса, закажу еще орков. Давай. Больше орков, это хорошо. Золота больше нету, босса. Деньги закончились, босса. Что прикажете? Да? В смысле закончил? Вообще? Рудник даже закончился? Да. Не, рудник еще есть. 7 тысяч. 32
Дело сделано! Союзникам нужна наша помощь. А что тогда делать? Ну тут еще есть рудник, я тут еще посоздавал. Куда пойдем? Так и сделаем. Только скажи, моя жизнь принадлежит. У тебя катапульта сойдет с дела. Не знаю. Союзникам чего? Нужна наша помощь. Говори, вождь. Хозяин. Сирман. Да, можно атакуем домики. Время убивать. Куда пойдем? Только скажи. Скажи, что атакуем. Чего атакуем? Проклятые человеки должны покинуть этот остров. Это наш остров. Только наш. Да, говори, вождь. Только наш остров. Так, казарму дальше бьем. А гнолов тоже убивать? Правильно. Убей гнолов, бойзы, бей гнолов. Остров гнолов бьет. Кто у нас там союзники? Там островные были вообще тролли, как бы, да? Да, бей троллей, бойзы, бей тролли. Они за нас. Остров наш, босса. Все равно наш, да, все равно. Какая разница, тролли, гнолы. Всех убить. Что прикажете? Только скажи. Ну, в принципе, все. Победа. Колупаем. Хозяин, умри. Скобу. Табу. А тут ничего вроде нет. Там корабли. Босса еще корабли. Отлично, больше кораблей для наших. Тут алтарь к Тулху, босса. А, да все нормально. За Орду! О, видите, какая хорошая цепная молния? Хорошая. Пока плохих показывает. Эта битва еще не окончена. The fish creatures have come to take us away. Нет, мурлоки. Your meddling magics will no longer interfere. Твоя магия ничто по сравнению с нашей магией. На самом деле, ты сказал другое, ну ладно. Земляной червь. Земляной червь! Они сказали земляной червь. Земляшники! До следующего эпизода, товарищи. Да.